Хоккейный «Строитель» подписал контракты двух новых игроков – полузащитника Дениса Лапшина и нападающего Алексея Ничкова. Оба спортсмена – мастера спорта России. Денис Лапшин ранее выступал в Хабаровском СК «Нефтяники» и Красноярском «Енисее», а воспитанник Кемеровской школы хоккея с мячом Алексей Ничков в прошлом сезоне защищал цвета архангельского «Водника». Контракты с новичками подписаны сроком на один год. Ранее сыктывкарский «Строитель» договорился о переходе еще 5 игроков из клубов Суперлиги и Высшей Лиги России. Продлен контракт и с главным тренером Павлом Францем. Вместе с тем, состав команды покинули ряд игроков основы, в том числе Антон Оппенлендер, Максим Зубарев, Дмитрий Вахрушев. Процесс комплектации клуба на предстоящий сезон продолжается, как и тренировочный процесс, который для каждого игрока рассчитан индивидуально. В обновленном составе команда соберется 1 июля, когда начнутся предсезонные тренировочные сборы, сообщает пресс-служба сыктывкарского «Строителя».